солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Превращайся, наконец-то, в настоящий корабль! Ну, превращайся! Коксик, ну погоди немного. Сейчас придет наш капитан Леша, и мы отправимся в страну стихов. Ой, скорее бы. Ага. А я вот думаю, Зубок, что стол все-таки очень удобная мебель. Ну, конечно, удобная. За столом можно обедать, читать, писать и вообще всякие дела делать. Ну, это все так, Зубок, но для меня... Сейчас главное, чтоб в столу еще и кораблики можно пускать, как по морю. Приветствую мою бравую команду. Приветствуем нашего отважного капитана. Я слышал, вы что-то о мебели говорили. Да, Леш, мы говорим, что стол может побыть и морем. Да, очень интересно. Друзья мои, а давайте мы с вами посмотрим, что случается с мебелью в стране стихов. Конечно, давайте. Ой, так любопытно. Сейчас же туда отправимся. Полный вперед! Есть полный вперед! Отправляемся с друзьями по волнам под парусами. Не за рыбой, за стихами. За стихами? За стихами. Мачта крепкая над нами. Ветер без козырки рвет. Путешествие зовет. Полный ход вперед, вперед. Отдать швартовый. Есть, отдать швартовый. Внимание! На горизонте страна стихов. А вон какой-то мальчик с книгой в мягком кресле устроился. Так-так. У этого мальчика какой-то своеобразный подход к чтению. Как читать приятно, если я сижу в удобном кресле? И читать приятно тоже на диване мягком лежа. А на стуле? Вот на стуле почитать едва смогу ли. А на табурете? Нет, не для чтения табурет. Чтобы на чтение были силы, нужно, чтобы мягко было. Друг мой, прежде чем читать, важно мебель подобрать. Вот это читатель! Ему мягкая мебель важнее книги. Если книга интересна, я и не заметил бы, на чем сижу. Читал бы как угодно. Я тоже. Но ведь это шуточное стихотворение, правда, Леш? Ну, конечно, Зубок. О, ух ты! Смотрите, какой-то человек стучит в дверь своего шкафа. Ну, такое тоже случается. Это очень любопытная история. Я постучал. Открыть позволь? Открой, мне отвечала моль. Скажите, может, я не прав, что каждый раз стучу в свой шкаф? Вот это вежливый хозяин попался. Я бы эту моль давно выгнал из шкафа. Этот человек, наверное, очень добрый. Ему жаль даже моль выгнать. Пожалуй. Ой, посмотрите. Посмотрите, что там происходит. Ну-ка. Неприятность со мной. Караул! Ой-ой-ой! От меня сбежал стул! Я гонялся за ним 2 часа, но напрасно ушел он в леса. Стул, вернись! Я тебе все прощу. Вот этот стульчик попался. Да, ну и ну. Чего только не бывает в стране стихов. Совершенно с тобой согласен, Зубок. Ну, друзья мои, нам пора возвращаться домой в Шишкин лес. Есть возвращаться, капитан! Лёш, спасибо тебе за такое необычное путешествие. Пожалуйста. Лёш, а кто сочинил стихи, которые мы сегодня услышали? Да, кто? Это стихи поэта и сказочника Игоря Жукова. Друзья мои, нам пора прощаться с ребятами. Хорошо. До свидания, ребята. До встречи. До новых путешествий, друзья. Ангела вам всем хранителя.
Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит.